2-1 получится. Тимкин. Бросок. Гол! Евгений Тимкин. Первая шайба за СКА. 2-2. Поймали гости. Этот Борис ломанулся там всей гурьбой. И СКА поймал. И уколол. Вот здесь потеря шайбы на синей линии. И Михайлис как ни старался, он от этого льда не оттолкнулся. Михайлису надо 5 шагов, а Тимкину 2. Завгородний, подкидка. Лихо. Не буди, пока оно тихо. Интересно уже.